Всем привет, с вами я, волшебник, и третью ночь буду играть я. Начнем. Ветеран играл предыдущую ночь, и он там очень сильно испугался и сказал, что он слишком крут для этой игры, и поэтому он уйдет играть в другую игру. А я буду играть третью ночь, потому что мне нравится эта игра. Тут так атмосферно, вентилятор крутится, какие-то... страшные звуки, но мне совсем не страшно. Так, дверь закрывается. Так, и кто-нибудь придет? Ну, где вы все? Волшебник вас ждет, пока никого нет. Посмотрим на камеры. О, Фокси! Фокси уже вылез. Надо было на него почаще смотреть. Надо, а то он придет и неожиданно напрыгнет. А что тут рядом, слева? Свет-то мерцает. Это жутко. И тут никого. Какие-то звуки. Какие-то непонятные звуки. Фокси. Главное поглядывать на Фокси. Покажитесь, где же вы? Там отключилась камера. Одна камера не работает. Кто-то ее испортил. Ни слева, ни справа никого нет. И Фокси там сидит на том же месте. А, Чика! Там Чика! Она уже близко. Она уже очень близко. Она будет справа. Фокси исчез! Он ушел оттуда. А! Какой-то... Кто это там смеется? Так, ну ладно, надо собраться, сейчас я точно смогу пройти. Главное не пропускать сюда, ко мне в комнату, пирата. Фокси, вот он смотрит. В принципе, остальные камеры мне не особо нужны, а вот и Чика, вот она там стоит. Она будет идти справа, насколько я понял. Слева у нас идет Бонни. А вот самое главное смотреть на камере, это... Фокси, у Фредди должны светиться глаза в темноте, потому что его не видно на камере вообще. Вот он стоит, Фокси смотрит. Что ты смотришь? Не приходи ко мне в комнату. А долго на него надо смотреть, кстати? Ладно, давайте посмотрим, что тут у нас слева в двери, не говорят. Все эти двери тратят заряд энергии, когда они закрыты, это очень плохо. Так. О, на нос нажал. А если нажимать на другой нос, например, у Бонни или у Чики? На Чики на клюв нажимаю и ничего. Почему я так далеко сижу от стола? Очень странно, внизу там какой-то динамик. Я все время забываю смотреть на Фокси. Какие-то нехорошие звуки. Смотрим двери. Нет! Фокси ушел! Куда он ушел? Он сейчас при... Мне нужно было успеть закрыть дверь, а я не успел. Получается, когда бежит Фокси, он бежит постоянно слева. В этот момент мне нужно быстро закрыть дверь. Иначе он на меня набросится. Когда я смотрю в камеру, это тоже тратит... Чика! Испугался. Вон она там стоит. Так, Фокси, не забываем смотреть на Фокси, иначе он придет. Ни одной Чики достаточно здесь. Уходи, Чика. Ты когда ты уйдешь? Ну ты там стоишь. Так, надо посмотреть на Фокси. Так, он все еще стоит на месте. Отлично. Двери расходуют энергию. Фокси, стой. Отлично. Фокси все еще стоит на месте. Осталось всего лишь один час продержаться. Быстрее, быстрее. Надо смотреть по сторонам. Может, быстрее. Тут никого. И тут никого. Фокси, стой. Опять этот смех. Опять этот смех. Почему-то свет мигает. Он сразу гаснет. 8% энергии осталось.
8% энергии, 7%. Ну я почти дошел уже до конца ночи. Там почти 6 утра было, и нужно было этому Фредди забежать ко мне в комнату. Пиратская бухта. Кто-то испортил там свет, камеру. Камеру кто-то... Надо посмотреть. Главное, чтобы Фокси не сдвинулся с места. В коридоре никого. Западное крыло... Никого. Чика уже рядом. Ну, Фредди, где же ты? Покажись. Это Фокси поет. Главное, чтобы он не выбежал. Вот сиди там и пой. Только не выбегай на меня. Столовый никого. Уборные. Тут тоже никого. Ой. О, закрывайся. О, еле успел. Не туда нажал. Эй. О, это Бонни. Я думал, это Фредди. Это Бонни. Камера из столовой. На сцене тоже. Камера испортилась. Два раза посмеялся. А, закрывайся. О, еле успел. Напугал меня Бонни. Да я от Фредди закрываю дверь на всякий случай. Да, энергия тратится, когда я переключаю камеры. Почему так мало энергии? Почему сюда не привели нормальную проводку, чтобы здесь было достаточно энергии? Даже фонарика нет. Я не притяну. У меня осталось всего лишь 4-3%. Какой-то звук. Какой-то звук музыки. Все, у меня энергия. Энергия закончилась. И что делать? И что делать, когда энергия заканчивается? Могу двигаться, но... Ай. Нет! Нет, 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 Фредди! Нет, только не Фредди! И? Что происходит? Тут происходит... Ну что-то я уже застрял на этой третьей ночи. Ну почему она такая сложная, эта третья ночь? Почему мне, волшебнику, всегда достаются такие сложные ночи? Это звуки там были. А! Да уйди! Закройся ты! Я хотел дверь закрыть, у меня... Открылся этот планшет. Я успел! Я успел! Успел! Фу-у-у. Он ушел или он там стоит? Я сейчас открою, на меня набросится. Это за смех? Это за смех? А, это Голд Фредди! Это Голд Фредди там был! У-у-у. Я открою дверь. У-у-у. Как же страшно. Это Голд Фредди взялся еще этот. Фокси на меня бежал. Все, сиди там, Фокси. 50%, у меня меньше 50% заряда. Фредди, Фредди на месте. Отлично. Смотрим, смотрим. Продолжаем в таком же духе играть. Так, немного ждем. Отлично, отлично. 3 часа ночи. Так, 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 закрывайся. О, на всякий случай. Эти помехи. Пока энергии вроде бы достаточно. Мне хватит на ночь. Камера выключилась. Вроде испортил камеру. Он ушел. Он ушел. Куда он ушел? Так, ищем Фредди. Фокси стоит на месте. Вот он, Фредди, вот он. Он все еще в столовой. Отлично. Главное, чтобы он был в столовой. Он не ушел. Вот и Чика. Чика появилась. Фредди ушел. Фредди куда-то ушел.
А Чика все еще там. 2 часа осталось продержаться. Вот, Фредди, Фредди. Он там же стоит. И Фокси здесь. И Чика ушла. Это хорошо, аккуратнее, аккуратнее. Всего лишь час остался. Всего лишь час. Так, 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 так. Смотрим на Фредди. Фредди стоит на месте. Фокси тоже. 3% энергии. Ну все, Фокси уже, наверное, не придет. О, закрывайся. Я думал, там Фредди. А это Чика. Все, энергия заканчивается. Только не говори, что там... Сейчас на меня Чика набросится. Только не говори, что на меня Чика набросится. Ну, почему эта ночь не заканчивается? Почему эта ночь не заканчивается? Так, я не буду двигаться. Я не буду двигаться. Я прошел? Нет, нет, Фредди. Фредди, уходи, нет. Пожалуйста, нет. Заканчивайся, ночь. Есть! Есть, неужели? Неужели? Всего лишь несколько секунд. И он бы на меня напал. Там, наверное, 2 секунды оставалось или меньше. Я это сделал. Супер. Неужели мне это удалось? Это 4-я ночь. Так, сейчас послушаем разговор. И на этом я закончу это видео, потому что это жесть какая-то. Пусть следующее видео играет, я не знаю, капитан, да, пусть играет капитан. Привет, привет! Эй, привет. Вау, 4-й день, я да. знал, что ты справишься, а так 4-й вот, день. Слушай, возможно, я не смогу завтра связаться с тобой, это... Кто это там стучится? Это не лучшая ночь для меня, я очень кто рад, это там стучится? Что смог написать сообщение для тебя. Я не понимаю, кто стучится? Эй, сделай одолжение, может у тебя получится проверить, что внутри костюма в дальней комнате. Я постараюсь комнате? Дождаться того, что кто-то это сделает. Я не понял, быть, о чем он говорит? Меня всегда интересовало, что же в этих пустых головах. Ну, ты знаешь. В каких костюмах? Нет. О, нет. А, это... Это на него напали? Ну ладно, мы послушали телефонный звонок. И тогда продолжение ждите в следующих частях. А с вами был Волшебник. Если понравилось мое прохождение, то ставьте лайки, пишите ваши комментарии. Спасибо за просмотр. Всем пока.